14 мая сотрудники госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме с 15 до 18 часов. За 4 месяца этого года в Магаданской области зарегистрировано 39 ДТП. В результате этих аварий 2 человека погибли и 51 ранен. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 7 детей получили ранения. Работа сотрудников госавтоинспекции направлена на предупреждение и пресечение административных правонарушений, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицами, не имеющими либо лишенными права управления, а также других грубых нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция Магаданской области призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортным средством в состоянии опьянения и с пониманием относиться к проводимым проверкам на дорогах. В преддверии летних каникул и потепления несовершеннолетние проводят много времени на улице. Многие из них ищут возможность попробовать себя в роли водителя. В мае произошло ДТП с участием мототранспорта, в котором пострадали 2 подростка. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Необходимо исключить возможность их доступа к ключам от авто и мототранспорта, запретить управление скутерами и мопедами без соответствующих прав и навыков водителя. Вождение.